Из воды на берег. Похитили песок. Впервые в судебной практике доказать совершение такого преступления удалось омским правоохранителям. Кировский суд вынес приговор директору компании «Сибирские ресурсы». Его фирма в течение нескольких лет должна была складировать на берегу Иртыша песок, добытый при проведении дноуглубительных работ на территории судоремонтного завода. Вместо этого природный материал вывозили и продавали. В результате бюджету нанесен ущерб 5 миллионов рублей. Теперь осужденному предстоит их вернуть. Суд удовлетворил все исковые требования Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и назначил директору наказание в виде лишения свободы на 4 года условно. Продавал песок управлению дорожного хозяйства и благоустройства города Омска, которую использовали в асфальтобетонную смесь. Стоимость песка составляла на тот период времени, это 2013-2014 год, порядка 100 рублей за тонну. В городе Омске на тот момент действовали цены от 300 до 500 рублей за тонну.